Очень классный велосипед, многим нравится его внешний вид. Приятно, что стелсы стали уделять столько внимания дизайну. Да, конечно, он напоминает те же кубы или подобные им велосипеды, особенно окантовкой на покрышках, которую кубы очень любили в 12 и 13 годах. Тем не менее, хорошее движение вперед. Конечно, многие начнут холивар по теме подвесов. Да, эта модель не для кросс-кантри. Не нужно расценивать велосипед как спортивный снаряд. Здесь навеска начального уровня, простенький задний амортизатор, который, кстати, можно регулировать. Но он создан для обеспечения комфорта. Неплохо качается на кочках. Передняя вилка тоже незамысловатая, без блокировки, но с регулировками. В целом, подвеска работает хорошо, на ней действительно мягко и приятно катать. Ну и вау-эффект обеспечен благодаря дизайну.